коричневая куколка валялась на дороге, никто не замечал ее в коричневой пыли, но мимо по дороге прошли босые ноги, босые загорелые протопали прошли, ребята шли гурьбою от дальнего поселка, Алешка шел последним и больше всех пылил, случайно или нарочно, никто не знает точно, на пуговку Алешка такое наступил. А пуговка не наша, ребята закричали, и буквы не по-русски написаны на ней. К начальнику заставы ребят побежали, к начальнику заставы, скорей, скорей, скорей. Откладывайте точно, сказал начальник строгий, и карту перед ними большую расстелил. Вблизи какой деревни и на какой дороге, на пуговку Алешка ногою наступил. 4 дня скакали, бойцы по всем дорогам, 4 дня искали, забыв покой и сон. На 5-й отыскали чужого незнакомца и тут же оглядели его со всех сторон. А пуговки-то нету у заднего кармана, и шиты не по-русски широкие штаны, а в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений советской стороны. И так шмён был пойман у самой у границы, никто на нашу землю не ступит, не пройдет. В Алешкиной коллекции та пуговка хранится, за маленькую пуговку ему большой почет. В Алешкиной коллекции та пуговка хранится, за маленькую пуговку ему большой почет. Вот тут меня остановило слово «коллекция». Оказалось, у Алешки собралась целая коллекция различных деталей от костюмов различных диверсантов и пойманных. Поэтому песен об его подвигах должно быть, может быть написано ровно столько, сколько у него экспонатов в коллекции. Так что, если кому не лень, можете заняться этим на досуге, а я попробовал воспеть еще одну пуговку, которую нашел Алеша. И снова чья-то пуговка свалилась на дорогу, и снова затерялась в коричневой пыли, и снова по дороге пошли босые ноги, босые загорелые затопали пошли, опять пошли ребята от дальнего поселка. На этот раз Алешка шел сразу впереди, он пуговку заметил и буквки отметил, и смог чужого дядю у заставу привести. А пуговки-то нету на самой на ширинке, и самая ширинка не русской ширины, а в глубине ширинки на самой серединке отчетливые снимки советской стороны. И вошли он был пойман у самой границы, никто на нашу землю не вступит, не пройдет. В коллекции Алешки и пуговки, и брошки, и кнопки, и застежки, и кольца, и сережки, трусы, и полсапожки, часы, и босоножки, и 2 сухих какашки не нашей толщины.